Усім привіт, з вами я, Володимир Гнилюк, і ми знову говоримо про футбол. Тільки цього разу ми вже не аналізуємо, а анонсуємо. З нами сьогодні Олександр Іванов. Отже, Optimum Farm благодать, перша гра. Саш, що ти скажеш стосовно цієї пари? Ну, гра вже назначена, вона состоїться на Чайці. Откровенно говоря, с Optima Farm мы играли вот буквально в предыдущем туре. Команда произвела неплохое впечатление, единственное, остроты не хватает. То есть как-то в защите вроде более-менее, а вот в атаке не очень. Благодать, ну, Благодать явно явный фаворит в этом противостоянии. Благодать вообще как бы показывает очень хороший футбол и просто теряет очки на ровном месте постоянно. Вот, поэтому я думаю, что Благодать должна выиграть, и думаю, что будет результативный футбол. То есть 2-4, где-то так. Оптимум Фар, Благодать. Ну, я думаю, что предварительно я знаю, что эта игра вроде должна состояться на Чайке. Да. Вот, поэтому думаю, что поле, размеры поля большие, состояние поля довольно-таки приличное на данный момент. Думаю, что преимущество будет у гостей, потому что Благодать, наверное, не свойственно ей низко опустилась. Вот, у команды амбиций намного больше, хотя есть определенные перетурбации в составе. Optima Farm, в принципе, как мы уже говорили, команда тоже довольно-таки крепкая. За очки будет цепляться. Ожидаю результативный футбол и поставлю на гостей со счетом 4-2. Ну що ж так скромненько ти поставив. Ну, 4-2. Катран-Каштан, наступна пара. Думаю, що цього разу буде Катран в своєму бойовому складі. Як буде насправді, побачимо, ще не назначена гра? Ні, вона ще не назначена. Говорять, що, скоріше всього, вона состоїться в понедельник, тому що Катрану удобно в суботу, а у Каштану в суботу важна гра на город. В общем, вони там договорюються, але поки ще не договорились. Вот. Честно говоря, эта игра за 6 очков. Сейчас у команды Каштан 6 очков, у Катрана 10. То есть в случае, если Катран проиграет Каштану, то разрыв станет всего лишь в одно очко. И я помню, что в первом круге Каштан крупно выиграл, то есть еще и по личным встречам Катран будет уступать. В общем, будет им тяжело. Поэтому, конечно, я думаю, что Алексей Атлашов будет собирать хороший состав и вполне возможно не пойдет. Ну, встречу Каштану. Назначить таки на суботу. І це його право. Це його право. Катран Каштан гратимуть у цьому турі, і доволі цікава гра має бути. Да, інтересна гра, тому що ми пам'ятаємо, що коли Каштан зайшов в вищу лігу, перша гра була іменно з Катраном, і закінчилася у нас ще там 5-0. Здається, 7-0. 7-0, да? Ну, мені здається, що 7 там було. А, да, наверно, 7, да. Ну, в общем, оплеуха була серйозна, потім почались переходи, хто откуда перейшов і куди. Вот. Но на данный момент мы видим, что Катран готовит еще один сюрприз. Как ты сказал, да. 10 человек заявляется. Это практически целая команда. Ну, New Life вообще играет в девятером. Для них это целый состав. Да. Вот. И Катран лидер по дозаявкам. Что с этого будет, увидим. Главное, чтобы в заявке Катрана не оказалось игроков Каштана. А игра будет интересная. И я думаю, что все-таки вот эти перетурбации Катрана, ну, сразу результат не дадут. Я думаю, что гости выиграют со счетом 2-1. Ну что, побачим. Динамо Вівдрадне, ФК Хелс. Явный фаворит, здається, все-таки Динамо. Ну. Это, пожалуй, единственная игра в этом туре, где просматривается явный фаворит. Ну, в общем-то, не буду оригинален, не жду от Хелса сюрприза. Думаю, что динамовцы выиграют 3-1. Они много не забивают, 3-1 хватит. Да, все в смысле. Динамо, Вівдрадне, Хелс. Ну, Хелсу, наверное, будет тяжело опять. Тяжело им было Сия, с Динамо тоже. Динамо борется за чемпионство, как бы не теряет надежд. Поэтому я думаю, что однозначно на выезде с динамовцами Хелсу будет очень тяжело. Но ожидаю то, что Хелс окажет сопротивление. Более того, думаю, даже и забьет мяч. Ну, думаю, что динамовцы повторят исход прошлого матча и победят с счетом 3-1. Сія Самсон, це, ну, назвати матч туру, не знаю, чи матч туру. Але, тим не менше, гра буде дуже цікавою, дуже цікавою. Самсон уже занадто багато втратив, уже втрачати нічого і не можна.
Ну, а Сіа зараз доволі-таки непогано виглядає. Ну, взагалі, гра обіцяє бути дуже цікавою, і вона состоїться в воскресенье поздно вечером, 6 часов, наскільки я знаю, на Харківському. Советую всем приехать посмотреть. В прошлом году была очень интересная эта игра между этими командами. Честно говоря, я думаю, что Сиа должно выиграть. То есть они хозяева, они наверняка назначили так, как им удобно. Команда сейчас в очень хорошем состоянии, поэтому я полагаю, что Сиа выиграет, но игра будет упорной. И думаю, 3-2 минимальное преимущество. И если так случится, то Самсону, конечно, будет уже тяжело обдумать не то, что о чемпионстве, а в принципе и от третьего места они оторвутся уже существенно. Сія как раз третий. Ну, як ми вже говорили, матч туру, Сія прийматиме у себе команду Самсона. Ну, в прошлом году была очень интересная игра Сиа Самсон, я имею в виду на выезде, когда мы играли. Уже, по-моему, в компенсированное время Сиа вырвала победу 2-1. В этом году мы сыграли со счетом 1-1, тоже была очень хорошая игра. Сиа команда, я думаю, я уже не раз говорил, мне кажется, по подбору футболистов самая сильная в христианской футбольной лиге. Поэтому, я думаю, будет очень такая напряженная и... Будет хороший футбол, классный футбол, надеюсь, будет продемонстрирован. Вот. Ну, я по традиции ставлю на свою команду со счетом 2-1, но думаю, что, в принципе, шансы команд на победу в этой игре равны. Старс, Березняки. Ну, это такая игра, дело в том, что команда Старс, это в этом году достаточно непредсказуемая. У Кузьмина, Володи идет или шла смена поколений, там сильно очень поменялся состав. Поэтому, как бы, исходя из турнирной таблицы, Березняки должны выигрывать. Но Старс – команда с характером, команда непредсказуемая, плюс два очень сильных вратаря. Я думаю, будет тяжело, поставлю на Березняки 2-1, но ничья вполне возможна. А вы играете на выезде? Ну что делать? Значит, 1-2. 2-1. А еще 1-2, так. Окей. Старс – Березняки. Березняки поїдуть у гості. Старс приматиме у себе. Ну, эти команды тоже, как правило, демонстрируют довольно-таки содержательный футбол. Старс сейчас, насколько я знаю, опять доукомплектовался. Еще новые футболисты есть, ребята. Березняки, как бы, более или менее выступают своим стабильным составом, ставят задачи в этом году. Старс после победы над New Life на определенном психологическом подъеме, поэтому я не удивлюсь, если обе команды, ну, скажем, ожидаю, что обе команды будут одинаково близки к успеху. Вот, поэтому, наверное, стоит остановиться на ничье 2-2. Интер-Атлант. Okay. Ну, это вот то, о чем мы говорили в конце первого круга, что у Атланты сейчас наступит череда сложных выездных матчей. То есть, я не знаю, где будет принимать Интер, будет ли он принимать на Конча-Заспе, как они играли с Благодатью, или просто примут на Полковой, но и там поле очень большое. Поле очень большое, и для Атланты это может стать проблемой. Интер, конечно, не очень хорошо выглядел в конце первого круга, но... Судя по результату, ну, с Благодатью, то я думаю, что может быть интересная игра, и я прогнозирую ничью. 3-3. Інтер гратиме з командою Атланти, і Атлант поїде у гості до команди Інтер. Я вспоминаю прошлый год, наверное, если я не ошибусь, то тогда Атлант был новичком и приехал на Нивки и победил у Интера 3-0. И это было очень неожиданно. В этом году Атлант для многих, может даже и для себя, довольно-таки неожиданно лидирует в чемпионате. Ну, интересно, где будет проходить эта игра. Это, во-первых, вот, потому что от этого будет, наверное, многое зависеть. Атлант показывает более атлетичный футбол, Интер более техничный. Поэтому я думаю, сам Интер, наверное, не заинтересован играть на Интерполе, ну, где очень большие проблемы сейчас. Но мне кажется, что это будет настоящее испытание для лидера чемпионата.
И, как мне кажется, то вполне такой прогнозируемый исход этого матча — это ничья 1-1. Ну и легенда гратиме з командою New Life. Це остання гра, принаймні, у нас у розкладі. Чи вдасться New Life зібрати кількість гравців? От, мабуть, це хоча б 11, ну, щоб був повний склад. Це вже питання, мабуть, більш... Його складніше вгадати, аніж результат. Ну, да, ну тут дійсно така інтересна, от, смотри, у нас Катранда заявляє 10 чоловік, New Life ні одного. В принципе, команды обе испытывают проблемы с кадрами, причем New Life, по-моему, не меньше, если мне не изменяет память, то в концовке прошлого круга New Life не явился на игру с Катраном, потому что у них не было футболистов. Была засчитана техническая победа Катрану, но New Life не спешит заявлять игроков. Все-таки тут есть костяк команды, ходили слухи, что, возможно, вернутся лидеры команды в New Life, Борисевич и Джуз. Вот, Джус вот. Уже точно не повернеться. Джус уже заявлений за Катран, якщо не помиляюсь. За Катран, да? Інтересно. Ну, принаймні, був всі. Принаймні, я його там бачив. Банніку відпустив Джуса в Катран. Ага. Ну, інтересно, да. Інтересно. Но New Life, я ожидаю, що в цій грі New Life покажет свои лучшие качества, потому что команда проигрывает, и потом очень неожиданно для всех выдает очень хороший результат. Поэтому если будет ничья, например, 3-3, то я совершенно этому не удивлюсь, хотя легенду я видел, и легенда произвела очень хорошее впечатление. Конечно, не хватает команде физических кондиций в первую очередь, но, наверное, игра на своем поле позволит и правильно назначить время, и подобрать хороший состав. Поэтому все-таки поставлю на такую очень интересную и многоголевую победу хозяев со счетом 5-3. Ого, аж стільки. Ну, можливо, дійсно New Life вдасться забити аж 3 м'ячі. Як буде насправді, побачимо вже в понеділок, чи то в неділю на сайті HFL. Ну, а з вами були Іван Бондарчук, Володимир Ангалюк та він, Олександр Іванов.